Всем большой привет, друзья! Предлагаю вам самый вкусный вариант салата «Гранатовый браслет». Готовится он без свеклы. Ингредиенты самые обычные и недорогие. Для начала возьмем сырой картофель и куриную грудку. Отварим до готовности. Возьмем лук. У меня большая луковица, недостаточно половины. Очистим и нарежем на маленькие кубики. Отправим на разогретую сковородку с растительным маслом. Чтобы наш лук был красивый и вкусный, добавим немножко сахара. Обжарим до золотистого цвета. Картошечка сварилась, очистим ее от кожуры и натрем на терке. Я натираю на крупной, мне так быстрее и удобно. Но можно натереть на любой, на вкус это не повлияет. Теперь возьмем маринованную капусту. Конечно же, в классическом рецепте у нас идет свекла, но я решила что-то изменить. Нарежем ее на мелкие кусочки. Куриная грудка сварилась и остыла. Ее также нарежем на мелкие кубики. Смешаем с жареным луком. Солим и перчим по вкусу. Аромат просто непередаваемый. Орехи я предварительно поджарила в микроволновке. Их необходимо измельчить. Основным ингредиентом в этом салате является гранат. Сейчас мы его будем правильно чистить. Для этого аккуратно срезаем верхушку. Делаем надрез по перепонкам. Вынимаем середину и аккуратно выбираем зерна. Вот и все, просто и быстро. Смешаем капусту и орехи. И начинаем собирать салат. На плоское блюдо поставим стакан. Вокруг его выложим картофель. Вверху смажем майонезом. Второй слой – мясо с луком. Мне очень нравится смазывать салаты сеточкой с майонеза. Это экономит кучу времени. Следующий слой – капуста с орехами. Все покрываем сеточкой с майонеза. Вверху выкладываем зерна граната. Аккуратно убираем стакан и украшаем укропом и петрушкой. Дадим салатику немножко пропитаться и угощаем своих гостей. Для тех, кто не любит свеклу, это настоящая находка. Я считаю, это удачный рецепт теме любимого салата. Веселых праздников, друзья! Давайте жить вкусно!